Здравствуйте, меня зовут Михалькова Екатерина. Я детский стоматолог и главный врач детского отделения филиала Dental Fantasy на Фрунзенской. Главная идея моей работы и работы всей нашей команды – это профилактика и максимально бережное и внимательное лечение детей. Я занимаюсь лечением травмы, гипоплазии зубов, специализируюсь на лечении детей с особенностями развития и поведения, спасаю зубы малышам в предельно безопасном наркозе с максимально высокой скоростью работы и без потери качества. Для бережного и точного лечения в своей практике я использую медицинскую оптику. Я обладаю навыками восстановления молочных зубов как композитными реставрациями, так и коронками для молочных зубов. Уделяю огромное внимание профилактике стоматологических заболеваний. Мой девиз – самое лучшее лечение – то, которое не потребовалось. Я знаю много про то, как сохранить зубы здоровыми и готова делиться этим со своими пациентами. Буду рада видеть вас на приеме в Dental Fantasy.